Привет, мои хорошие! Привет, привет! Так, я сегодня к вам со своей закупкой из магазина Fix Price. Она у меня была не такая большая, это было в два захода, поэтому один чек у меня есть, а второго чека у меня нет. И как раз это я была в Fix Price еще до того, как решила, что буду записывать все покупки, все цены. Поэтому вот по этому чеку я все запишу в блокнотик. А на то, на что у меня чека нет, ну уж значит его нет. Давайте приступим по порядку. Наконец-то в наш фикс-прайс дальний привезли вот такие небольшие алмазные мозаики. Это еще один вид, творчества, которым, да что ж такое, которым я увлекаюсь. Вот такая вот красота. Смотрите, какой шикарный тигр с голубыми глазами. Это круглые здесь стразы, я так смотрю, кругленькие. У меня где-то один набор есть, но я его еще не выкладывала. И вот я прикупила себе еще два, 99 рублей, вот такого тигренка. И такие прекрасные цветы. Там еще был такой цветочный веночек. Но так как они стоят по 99 рублей, это у меня нет таких денег все сразу купить, эти выложу и, может быть, потом куплю себе еще. Очень рада, конечно, что привезли. Давно у нас не было вообще ничего хорошего. А сейчас есть на что разгуляться. Также в предыдущий заход я купила себе вот такую огромную упаковку с полотенцами. Чистый продукт в каждый дом. Открой меня. Она вот тут так удобно открывается. 610 отрывов стоили такие полотенца в фикс-прайсе всего 149 рублей. Такая тыковка, да. Еще не пробовала, не открывала, ну, потому что там у меня еще вот от светофора полотенца лежит. Здесь два слоя. Я надеюсь, будет хватать надолго. И причем вот один лист можно разорвать еще пополам, что очень удобно для каких-то там, ну, что-то мелкое протереть. Очень удобно, что здесь сделана ручка, как в туалетной бумаге. Можно нести так, воздушная. В общем, попробую. Одуванчик. Вот это слово переводится как одуванчик. Ну, такая на ощупь мягкая. И мне кажется, будет хватать надолго, да? Огроменная-то какая вот. Так, дальше я взяла средство для чистки труб. Попробую вот такое. Оно стоит 24 рубля 70 копеек. Если будет помогать, то зачем я буду за 200 рублей покупать крот? Это очень дорого. Не помню тоже в предыдущую свою покупку, не помню, сколько стоит, может быть, даже 55 рублей. Взяла спрей от комаров, все же весна, лето впереди, даже куда-то идти в парк. Я очень подвержена нападку комаров. И мне больше, конечно, нравится спрей, чем там какие-то всякие разные крема. Поэтому вот взяла с маслом гвоздики для защиты от комаров, москитов, слепней и мокрецов. Даже подходит для нанесения на кожу и на одежду. Перед применением взболтать. Ну, в общем, если буду выбираться куда-то в парк, да, знаете, вечером даже вот в магазин, если идешь, бывают, нападают на меня комары. Поэтому взяла. Сейчас это уберу. Взяла вот такие прокладки. Спасибо, 99 рублей. Спасибо, девчонки, кто мне рекомендует. Всякое разное, я прислушиваюсь. И, конечно, 99 рублей, тут 20 штук. Я их еще не пробовала, но мне очень нравится, что они дышащие. Они в индивидуальной упаковке. Здесь 3 капельки. В общем, спасибо, что советуете что-то. И вот я увидела, сразу взяла. Причем у нас они только в одном фикс-прайсе, а вот во втором нету. 99 рублей. Так, взяла себе свои любимые коктейли. Конечно, они изрядно подорожали. Я еще помню те времена, когда они были по 18 рублей. Сейчас стали 29,50. Взяла ванильное мороженое и карамельное ириска. Люблю в этих коктейлях размешивать семена чия. И взяла вот такой еще напиток сывороточный. Тоже свой любимый. Вот такой напиток сывороточный стоит 55 рублей. Вот я их очень люблю. И нигде, кстати, не вижу, кроме фикс-прайса. Вот такой хороший напиток. Так, шампунь. Наконец-то в одном из фикс-прайсов я увидела
шампунь вот такой на камчатской вулканической черной глине. Он вроде стоит 99 рублей. Да, 99 рублей. Попробую. Пришла домой, открыла, понюхала. Такой очень хороший запах. Знаю, смотрела обзоры, что несколько видов бывает таких шампуней, бальзамов. У нас нету. Вот, у нас нету ни шампуней, ни бальзамов. Вот только в одном фикс-прайсе я нашла вот этот черный. И бальзам был на белой глине. Знаю, еще на какой-то голубой есть, на белой глине шампунь. Но вот у нас не было. По запаху мне понравился. Тут 270 мл. Надеюсь, будет хороший. Надо прям помыть, им будет голову. Так, смотрите, что еще взяла. Взяла шоколадки. Ну, такие батончики, они недорогие. Вот такой взяла без орешков. Супер батончик. Так, по 13 рублей. Вот эти по 13 рублей 70 копеек я взяла. И вот эти ярче, по 19,80 тоже. Ну, бывает хочется. Кофе, чай пью без сахара. И бывает хочется вот что-то такое. Вот ярче мне нравится. Я прям люблю их из морозилки, когда они такие холодненькие. Взяла попробовать. В общем, тут большой набор. Я обязательно на него сделаю обзор. На вот этот огромный набор творческий из магазина «Светофор» за 260 рублей. Но это мое огромное разочарование было с этим, конечно, набором. Но ничего страшного. Я говорю, если не наколешься сам, или нет, так вот, наколешься сам, расскажи другим, чтобы они не накололись. Поэтому я сниму обязательно на днях обзор. Расскажу вам, почему мне не нравится данный большой набор творческий из магазина «Светофор». Так, смотрите, какую интересную штуку взяла за 55 рублей всего. Вот такой контейнер. Да, я надеюсь, он 55 рублей стоит. Да, 55 рублей. Вот такой классный контейнер. Как у меня, помните, я брала большие в «Светофоре» за 99 рублей. А этот взяла маленький, вот такой. Сюда и мелки влезают. Я думаю, и карандаши влезут, и какие-то фломастеры. Мелки прекрасно входят. В общем, для каких-то своих творческих идей. Если вот мне понравится, если мне будет нужен еще, я его приспособлю, то куплю, конечно, еще. Потому что контейнер хороший, контейнер небольшой. Они также ставятся друг на друга. Он имеет ручку. Этот контейнер уже MyBox литр 600. Так, отклеивается тут. Да, отклеивается хорошо, не оставляя никаких липучих следов. И вот я сейчас вам покажу, влезает ли сюда стандартный карандаш, например. Так, и вот, чтобы вы не думали, не гадали, я принесла стандартный такой карандаш. Самый обычный, ну, из набора премиум того же фикс-прайсовского. И фломастер. И сейчас вот попробую, потому что, ну, мало ли кто пойдет и подумает, а влезут ли мои сюда карандаши. В общем, стандартные карандаши сюда вот таким образом, не таким образом не влезают. Ну, если они у вас будут только раза два заточенные, то влезут, конечно. Новые не влезают никак, только вот так бочком. Ну, что для меня, например, неудобно, много так не влезет. Но зато сюда прекрасно влезают фломастеры. Смотрите, еще сантиметра два даже остается. Так что вот для фломастеров, я думаю, в фикс-прайсе это самые обычные, стандартные фломастеры. Поэтому, думаю, для фломастеров, для мелков вот такие контейнеры будет в самый раз. Ну, а для карандашей я вам показывала вот те контейнеры, которые в «Светофоре» были. Те уже туда и карандаши, и все-все-все влезает. Так, еще хочу вам показать. Купила мелки после своего разочарования тем набором. Думаю, нет, я все равно хочу попробовать и масляную постель, и восковые мелки. И вспомнила, что в фикс-прайсе продаются восковые мелки, 26 штук. Стоили они 99 рублей всего. Представляете? Мелки оказались яркие, красочные, все цвета красивые. Для ребенка так просто вообще.
И я вот еще раз убедилась, почему меня не устраивает. И так мне не понравился набор, вот этот большой набор, который я купила в Светофоре. Так что вот за 99 рублей, посмотрите, какие яркие, красочные, все насыщенные. Во-первых, у всех мелков цвет, очень много фиолетовых цветов, очень красивых, также зеленых, синих не очень много. Ну вот красно-таких коричневых тоже много. И мне понравилось, что вот тут даже 4 оттенка фиолетовых. Я никогда до этого не раскрашивала мелками, даже не знала, что такое. Ну, только из детства восковые мелки. Мягкие, хорошие. Ну, конечно, это не масляная постель. Конечно, она не будет вот так вот красиво растираться. Но вот я еще хочу попробовать, все же не отчаиваться, попробовать и масляную постель. Но теперь знаю, что мелки тоже вещь хорошая. Буду раскрашивать. Понравились, мне очень понравились. Во-первых, понравились цвета, хорошие такие мелочки. Можно ими что-то порисовать, что-то пораскрашивать. Ярко, красочно, красиво получается. И самое главное, не нужно на них сильно давить. Они и так очень мягко рисуют. Очень хорошие мелки. Но все же мелки — это не карандаши. Все же мелки. Это такой своеобразный раскрашивательный предмет. Но мне очень нравится. Все, мои хорошие, на этом все. Вот еще раз вам покажу такую красоту. На этом все. На этом все мои покупки с фикс-прайса. Пишите, что в фикс-прайсе покупаете вы. Я, в принципе, не так часто хожу в фикс-прайс. У нас, ну вот сейчас полюбила фикс-прайс из-за того, что там можно по хорошей цене купить товары для хобби и творчества. Но у нас очень-очень мало всего в наличии. Это надо ждать, когда сейчас выкинут что-нибудь к новому учебному году. Может быть, будут какие-то новинки, какие-то интересные канцелярские товары. Поэтому будем ждать. Все, всем пока-пока и большое спасибо. Подписывайтесь, кому интересно.